Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олухов. Так, давай-ка наших ребятулек быстренько отправим добывать железо. Пускай летит. Так, здесь у нас что? Ох ты, мы вытянули пак. Ареновский, да? Понятно. Костолом, крылатый ужас, громобой защитник. О как. Так, водорез, а что ты сидишь? Быстро-быстро-быстро за рыбой полетел. Так, ты тоже. И древоруб. Древоруб, ну подожди секунду. Ты, наверное, за древесиной пойдешь у меня. Потому что ты древесины больше находишь. Так, Безубик. Ага. Находит он нам яйцо. Так, отпустить. Лети. Короче, полетел у нас Безубик по делам. Мы сейчас откроем с тобой пак, который уже созрел для открытия. Шторморез, костолом, водорез. И все? Да, не густо. Здесь открываем загадочный пак. Монета Одина. Плюс шторморез, громобой, кошмарный пристиголов. Ну что ж, допустим. Тогда еще и рекламный. Так, опять же монета Одина выпадает. И шипорез, крылатый ужас, громыль. Ну и плюс, конечно же, как всегда, ресурсы. Так, теперь надо проверить наших легендарных драконов. Так, рыба. Нашел он нам рыбу здесь. Так, этот нам что найдет? Листочек. Так, подожди, подожди, подожди. Чуть не забыл его отправить. Ну и последний, что нам найдет? Как всегда, этот мячик непонятный. Ладно, пускай идет. Пускай идет, ищет. Ищет. Что только, не знаю, что он там будет искать. Так, ну что, нам нужно заниматься прокачкой, ребята. Одно дело нужно заниматься прокачкой, а другое дело прокачивать, понимаешь? Не все так просто. Ну, тут даже не сомневаюсь, друзья, что выпадет нам тусклый янтарь. Вот 100% тебе говорю. Слишком хороши награды вот эти вот. 250 рун или 100 железа, или сколько там, я уже не помню. Конечно, они обломятся дать тебе такой вкусный куш. Так, ну что, давай здесь посмотрим. Ты Квиброн, пора тебя еще подкачать маленечко. Пускай идет на тренировку. Этот за рыбой. Так, что мне опять с горлом-то, ё-моё. Так, этого прокачиваем. Новая способность, теперь он может добывать ресурсы. Ну, соответственно, я пока не буду его отправлять. Он слабенький, и поэтому от него тут толку никакого не будет. Так, лети за древесиной. Ты опять же за рыбой. Что-то как-то мало он нашел нам. Так, за рыбой. И этот у нас пойдет тоже за рыбой. Здесь у нас что происходит? Так, ты будешь у меня прокачиваться или нет? Нет. Нет, ребята, он ни в какую. Он уперся. Давай, лети. А ты? Ну, ты-то понятно. Ты туда же. Ты туда же. Оп, нормально так. Увеличил нам. Давай тоже лети, обучайся. Так, за рыбой. За деревом. У тебя уровень, да? Блин, не хватает чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. 30 миллионов рыбы нам не хватает, чтобы его прокачать. Так, и рыбы у меня нету, да? Ну это, ребята, непорядок. То, что рыбы нету, это не есть гуд. Так, давай-ка мы этих, наверное, проверим. Изучить волну. Пускай летит. Барсик, что ты мне принесешь? Заколку. Слушай, ну здесь интересно. Мне кажется, что он даст заколку нам. Дает нам вот этот вот гарпун или копье. Ясно. Опять же, ребята, я его отправляю в приключение. Этого мы, наверное, пускай летит дальше.
Так, а Грамгильду мы с тобой должны перевести в Титаны, да, я так понимаю? Ну, соответственно, она выпендривается. Она выпендривается, она не хочет, ребят, никак переходить. Так, ладно. Йохан, что там у тебя? Давай-ка посмотрим. Нет, я, наверное, воздержусь. Ничего мне тебе там не нужно. Ничего мне там от тебя не нужно. Так, ты полетишь за рыбой. Ну, тут, наверное, все, ребята. Тут, наверное, все. Ну что же, давай заберем наши награды здесь на сезонном абонементе. Давай еще. Так, и события. Угу. А награду получили, может быть, даже две. А нет. Ну да, две награды, ребята. Подсолнухи. А, подсолнухи, это мы можем поставить подсолнухи. А куда же мне их влепить-то? Так, ребята, у нас нет места для... Хотя, вот здесь. Во. А, не помещаю. Вот здесь. Подожди, вот. Вот тут они помещаются. Ну что, ребята, вот они, наши подсолнушки здесь стоят, миленькие. Так, и еще награда у нас. О, 500 листочков. Итого у нас 700 листьев. Ну, конечно, награда маленькая, слабенькая. Ну, ладно. Так, теперь я предлагаю, ребята, быстренько пробежаться по событию. Его нужно сегодня завершить. И я надеюсь, у меня это получится. Потому что если сегодня не выйдет, то уже не выйдет никогда. Поехали. Давай только не томи меня, пожалуйста. А то на часах времени уже много. Ты меня тут будешь сейчас еще утомлять. Ну что, у нас ужасное чудовище. Две волны, как ни странно. Хм. Погнали. Ну что ты тут собрался делать? Ага, вот так вот. Ладно, в ответочку. Дебаф. Ну и добивка. Здесь у нас, ё-моё. Так. Начнем, наверное, со злобного змеевика. А потом Громели, наверное, будем бомбить. Уклонение, отлично. А этот фаерболы будет пускать? Не? Хм, я немножко удивлен. Что, он не стал фаерболы выпускать? Так, кто-то из них сейчас будет разбег делать, да? Угу. Разбег сделали. Ну, этот подходим, понятное дело. Начинает бомбашить. Укус. Блин, ребята, дело дрянь. Потому что сейчас фаербол плетит и уничтожит он мне. Угу. Так, давай, наверное, добьем. У нас есть с тобой слепота, поэтому... Я думаю, сейчас... Да, сейчас повесим слепоту. И будем уже хорошечно его тут разбирать. Как по мне. И что он пытается делать? Ну, естественно, ребята, ему нужно как-то тоже выживать, поэтому он бомбит своими суперударами. Так, мы делаем укус. И на следующий ход, в принципе, мы его уничтожаем. Ну что, крутим колесо и забираем древесину. Так, и древесинка у нас по максималке, да? 750 миллионов. Окей. Так, и у нас впереди, друзья мои, мини-босс. Мини-босс собственной персоны. Так что, давай. Так, опять куда-то у нас вся музыка исчезла. Ну что, я думаю, начнем, наверное, с задушителя. Так будет правильнее. Так, задебафим его сейчас еще. Угу, почти, почти не жилец. А здесь, как ты видишь, у нас... Добить его? Давай добьем, так уж и быть. А тут Громорок.
дебафим. Так как это страж, это надо, ребят, это необходимость. Ну и, в принципе, что он сейчас делает? Плевок? А, он не плюется, он у нас атакует. Давай, наверное, просто уничтожим его с помощью обычных наших ударов. Потому что сейчас будет последняя. А, вторая волна только. Твою налево, вторая волна, ребята. И тут три престиголовых. Совсем, что ли, опупели? Три престиголовых. Так, хорошо, что один уклонился. Ну, от одного мы уклонились. Второй попал, а это сейчас будет пламенем. Вот именно поэтому, ребята, я и не тратил суперудар. Давай так вот сделаем, чтобы захиляться наших бойцов. И, соответственно, не дать ему следующий фаербол использовать. Так, здесь укус. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Единственное, да, добьем. Отлично. Мы добили этого хламона, плюс еще полностью захилялись. Поэтому переходим на последнюю. И вот здесь, ребята, два престиголовых, как мы видим, плюс шепот. Шепота, конечно, надо как-то... Блин. Я боюсь, что кривоклыка уничтожит. Я его, наверное, хильну все-таки. Вот. И дальше нам что надо будет сделать? Дальше мы делаем сюда укус. Потом, ребята, мы с помощью заклинания через отхил уничтожаем. Вот так вот. Единственное, что вот здесь вот пониженная броня. Так, тебе повезло, Барсик, ты в курсе? И кривоклыку повезло. Это прям большая редкость, когда они вот так вот промахиваются, если честно. Так, давай просто укусим. Ну что ты там кряхтишь, кряхтун? Поехали. Так. Раз, два. Дебафим. И на следующий ход мы его уничтожаем. Давай, кривоклык. Отлично. Ну что же, у нас очередное колесо. Опять мы здесь получаем с тобой древесины. Причем 262 миллиона. Так, дай-ка я, знаешь, что сделаю, наверное? Заберем, во-первых, с тобой руны. Так, у нас раз, два, да. Три поединка, выйдем. А древесину я забрать не смогу сейчас, в данный момент. Слушай, ну древесина... Нам нужно все-таки больше добывать, друзья, рыбы. Давай тогда отправим, наверное. Сделаем так. Отсюда заберем древесину. Ну, теперь можно, в принципе, продолжать поединки. Почему-то этот мост у нас сломан. Тут еще дерево, блин, дофигища придет. Так, кстати, кого мы там прокачивали уровень-то, я не докачал. Так, подожди, я забыл. Мы кому-то с тобой уровень прокачивали, я не успел докачать. Ну, явно не этому кошмарному престиголову. Кого-то другого мы прокачивали. Ладно. Погнали дальше. Так, после этого поединка мы забираем с тобой загадочный пак. И... Так, три волны, он здесь один. Но это первая волна, ребят, так что все норм. Так, дебафим. Бомбим и кусаем. Отлично. Так, силы бережем. Вторая волна. Угу. Ну что я тебе скажу, здесь у нас скалотряс. Скалотряс. Делаем вот так вот. Пускай он этого пережевывает. Так, а мы с тобой начинаем дальше бомбить именно скалотряса, ребят. Так, фаерболом, да? Сделаем так. Сейчас он его бомбанет. Теперь мы делаем следующее. Да можно и так добить, и так добить. В принципе, тут разницы особой нету. Так, последняя волна.
Я думаю, тут всем понятно, что начнем с шепота. Раз, два. Хил пока не стоит тратить. Теперь добиваем. Удар. Хиляемся, само собой. Так, что у нас там? Он промахнулся. Ну что я тогда скажу? До свидания, да? Ему. Ну что ты мне подкинешь? Опять древесину. Ну тут, правда, мало дали. И забираем загадочный пак. Так, он полетел на почту. Ну что, ребята, у нас мини-босс. И, в принципе, босс. То есть еще два поединка. Так, два престиголовых, да? Три волны. Ну что, начнем тогда с этого, наверное, да? Сразу задебафим его, и на следующий ход Кривоклык его уничтожит. Давай, Кривоклык, бомби. Следующее, что нам нужно сделать, это... Ну, я не знаю, дебафить его или как. Я, наверное, не буду пока ничего здесь делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ну мне как бы тебе сказать... Можно через отхил, ребят? Можно, конечно. Ага, здесь два громля. И два стража причем. Тут, наверное, не обсуждается, ребят. Тут надо нам кусать, уничтожать как можно их быстрее. Так, Барсика, а ты кого? Вот так вот ты делаешь. Ну что же, мы тогда успеем хинуться еще. Красота. Мы хильнулись и при этом еще уничтожили одного из громля. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты что ж делаешь-то, а? Засранец. Так. Кого он сейчас ударит? Понятно. Ну, добиваем его и переходим на третью волну. Смотрим, что у нас тут. Душитель плюс громобой. Я начну с душителя. Так, через отхил пускаем. Потому что нам нужно восстановить здоровье. Блин, я думал, добьем мы его. А не получилось. Ну, что ты там пшикаешь? Это у нас босс, да, получается? О, да, он еще и не попал. Ну, извиняй, браток. Если ты не попал, то тебе кранты. Громобой мы распишем. Так, и... Все. На очередное колесо крутанули, забрали с тобой дерево. Также мы с тобой забрали ареновский пак. Сразу же, наверное, мы его... Он сразу открывается, по-моему, да? Насколько я помню. Содержит элитных. Шторморез, громоль, крылатый ужас, острокрылый змеевик и парящий прихвостень. Плюс ящейка. Так. Ну что, друзья мои. Вот мы и дошли потихонечку до главного босса. Так, Костолом плюс Престиголовый. Я начну с Престиголового. Две волны всего лишь. Вообще халява. Хотя последний босс мы еще не знаем, кто у нас там. Но мне кажется, халява. Сейчас мы этого чудика распишем. Так, подожди. Давай, наверное, сделаем таким вот образом. Сейчас что-то в нас полетит. Угу. Так. Ну, слушай, я надеюсь, нет, разбега не будет никакого. Еще лучше, ребят. Ну что, я предлагаю повесить на него слепоту. И уже под слепотой его, естественно, атаковать. Он, тем более, тратит разбег. Что нам на руку, естественно. И поехали потихонечку. Раз. Раз, два. Раз. Ну, сейчас он у него будет обычный удар. Даже не попал. Так, и мы переходим на последний... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это же... Блин, это же... Ох, мамочки, что же будем делать-то? Давай так сделаем. Я знаю просто, что может этот чудик сделать.
Нет, все-таки я сюда. Укус. Главное, чтобы он, ребята, не накапливал до 3 энергии. 3 энергии накопит, он вжаривает, будь здоров. Он очень хорошо бомбит. Так, надо мне его как можно быстрее сейчас добить. Давай добиваем здесь. Теперь что же нам сделать? Слушай, наверное, нам... Раз... Блин, 3 энергии, он вжарит же. Ладно, давай так сделаем. Полностью отхиляемся. По-моему, Барсику, ребята, сейчас... А, нет, Барсик выживет, у него не 3 энергии. Раз, два. Если я его задебафлю, сможет ли у меня кривоклык его в кон... По идее должен, ребят. Отлично, все. Фу, я уже думал, сейчас игра вылетит. Да какой укус-то, блин, мне нужно было не укус. Все, друзья, событие пройдено. Зашибись. Давай только это, не вылетай, пожалуйста, прогружайся. Ну, е. Потому что если бы вылетело, ребята, нам бы не засчитали, скорее всего, этот поединок, нам бы пришлось переигрывать. Вот такие вот происходят порой косяки. Поверь мне, они очень бесят. Так, что-то сегодня день древесины. Кстати, вот рыба очень редко выпадает. В основном древесина, ребят. Я вот заметил, это как бы... Как какой-то рог. Так, ну и что? 150 рун мы с тобой забираем. Итого у нас почти 2000 рун, ребята. Почти. Так, забираем с тобой загадочный пак. Здесь нам выпадает шипорез, древоруб, ужасное чудовище. Ну, допустим. Мне древесину в данный момент некуда тратить, ребята. И двигать не могу. Двигать опять не могу картой. Вот это, конечно, бесяво. Так, ну ладно, друзья мои. В принципе, я и заходил в игру, чтобы допройти события. Остальное я вроде бы уже собрал, поэтому можно спокойненько закругляться. А вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.